Шоурум в Алматы – это своеобразная выставка достижений рязанской промышленности. Первый такой проект в России и в масштабном сотрудничестве Российского экспортного центра и правительства Рязанской области. Видим, как организационно грамотно сформировано участие всех продавцов и покупателей за тот период, пока будет шоурум функционировать. Это и B2B-встречи, это и возможность через онлайн способы подключиться непосредственно к производственной площадке и задать еще, если надо, необходимые вопросы представителям производителей непосредственно. Это действительно очень грамотный подход, который, мне кажется, должен быть оценен потенциальными казахстанскими покупателями, и ассортимент, который здесь представлен, ну, на наш взгляд, очень имеет хорошие перспективы быть востребован в Казахстане. На торговой площадке в Алматы сегодня представлено более 400 товаров от 45 компаний региона. Предусмотрены возможности для проведения переговоров в очном и онлайн режиме для рязанских и алматинских предпринимателей. Бизнес-миссия – это там 60 встреч. Шоурум – это 1500 встреч за 2 месяца и 1000 переговоров, допустим. А потом конкретные договоренности и конкретные уже договоры, юридические документы. То есть вот такого живого общения здесь, на месте, где располагаются и живут наши партнеры, ну, такого не хватало, и это действительно эффективно. По словам Николая Любимова, этот шоурум на 45 предприятий в некотором смысле пробный шар. Первое усилие по налаживанию тесных контактов. В Рязанской области 25 тысяч предприятий. За первыми подтянутся и остальные. Казахстан в этом смысле сегодня один из ключевых партнеров. Товарооборот с Рязанской областью порядка 35 миллионов долларов, но это только начало. На 28% вот только за первое полугодие текущего года он вырос. И товарооборот, и экспорт. В структуре, в принципе, товарооборота занимаем мы 97% как экспортно ориентированный регион, и 4% это импорт из Казахстана. На самом деле потенциал нам намного больше, поэтому мы готовы сотрудничать, поэтому мы здесь. Эффективность совместной работы с Российским экспертным центром – это в том числе планы развития. Впереди открытие шоурума в Ташкенте буквально через месяц. И не исключено, что рязанская продукция скоро будет представлена и на африканском континенте. Максим Васильев, телекомпания «Город».